радиофобия, атомная фобия существует во многих странах. Очень долгое время думали, что мы тут все светимся и ходим от радиации. Это было нелогично, это было непонятно, но по прошествии времени нам пришлось это все принять. Атомная станция – это достаточно опасный объект. Если уже начали ее разбирать, нужно это делать хорошо. Такая ситуация была, что вы приехали когда-то, ваши деды, ваши родители приехали сюда, в Литву, на строительство атомной электростанции. Исагинес в какой-то момент замерз, и очень мало шевелится, очень мало видоизменяется. Советского Союза давно нету, и я считаю, что нужно свое советское мышление оставить в прошлом, перейти в будущее в европейское. Мы очень хотим уехать в Россию. Изменилось, в принципе, отношение ко всей Европе и ко всем европейцам без исключения. Мы им не доверяем. Ни одному. Должен чтить, помнить свою родину, это вот иначе там предатель. Мне кажется, это еще один способ разделять людей. И реально общество разделилось на наших и на не наших. Многие здесь, которые проживают в Исагинесе, родились в Советском Союзе. Этой страны нет. Обо мне государство должно заботиться. И не создавать из меня образ врага. Мано долг другу ира русу. Ира жена окад мусу позициос ира скиртингос, бет мяс апе тей не калбаме. Мяс атрандаме киту тему. Некоторые из меня заявляют, я не люблю русских. А чё ты меня вот не любишь?